олицетворением безбожия тоже было несколько политических образований. В какой-то момент это была преднаполеоновская и наполеоновская Франция, потом через Ленина эстафета была передана тому, во что превратилась Российская империя – Советскому Союзу. Царская Российская империя не подходит под эти характеристики, Советский Союз подходит. Но на сегодняшний день, если разобраться, какое население является наиболее безбожным и олицетворяет именно принцип безбожия, то мы увидим, что Российская Федерация не подходит под это библейское определение. Даже несмотря на бесстыдное вторжение войск РФ на территорию Украины и тот беспредел, который там происходит, глобально Россия остается страной, в которой основная официальная религия – христианство. Южный царь последнего времени – это должна быть сила, тотально отрицающая Бога. И такая сила сегодня присутствует в регионе, где проживает население, превышающее все остальное население земного шара. Это Юго-Восточная Азия.